Бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Продолжаются рейды в оккупированной Чечне. Продолжаются похищения жителей Урусмартана. Был в частности похищен молодой парнишка, ребенок по сути дела, только потому что он на видео сказал в шуточной форме, что красные дерутся. Красный — это слово, которое обозначает на чеченском, в чеченском жаргоне, полицейских. Сегодня Цинак подрался. Так называемые правоохранительные структуры в кавычках. Почему в кавычках? Потому что в Чечне нет правоохранительных структур. Есть правонарушительные структуры. Есть структуры, которые работают для сохранения, обеспечения безопасности властей. Не народа. Они не работают на народ. Они работают для блага, во благо власть имущих. А народ же они притесняют. Мы видим, как ломают машины, как бьют стекла только потому, что там тонировка. Мы видим, как забирают автомобили, избивают людей, оскорбляют. Очень много похищений, очень много избиений, матерных слов в отношениях этих людей. И в том числе вот таких маленьких детей тоже похищают только потому, что они где-то там какое-то короткое видео сказали длительностью 3-4 секунды и сказали: красные дерутся. Больше ничего не сказали. По какому это закону запрещено такое? Объясните мне. Ведь вы же говорите, что вы защищаете права людей. По какому закону запрещено было говорить то, что сказал этот парнишка? Нет такого закона. Ни по российской конституции, ни по российским законам, ни по чеченским адатам, ни по исламу. Он не сказал ничего такого, за что его нужно было похищать. Скажите мне, пожалуйста, почему вы тогда не бьете стекла автомобилей из-за тонировки у власти имущих и их семей? Почему кадыровцы, стоящие на руководящих должностях, сотрудники, руководящие сотрудники, их семьи, члены семьи Рамзана Кадырова, его родственники и другие могут рассекать по городу, нарушая права, правила дорожного движения, не пристегнутые? Почему им можно иметь тонировку? Почему они могут вообще ездить без прав, и когда полицейские их останавливают, они в наглую говорят: у меня прав нет водительских, я вообще такое не ношу. И полицейские, отшучиваясь, отпускают их. Почему? Почему вот эти гаишники, ГБДДшники или как их там, ППСники отпускают этих людей? Ведь вы заверяете, да, что они стоят на страже порядка. Да потому что они не оберегают людей, они не оберегают народ, они не оберегают правила дорожного движения. Они оберегают комфорт власть имущих. Они оберегают оккупационную власть. Именно поэтому я постоянно утверждаю, постоянно стою на том, что это такие же враги, что они предатели. Любой мент, он предатель, он преступник. Во-первых, потому что по исламу запрещено там работать в российских вот этих структурах. Но даже если бы это было разрешено по исламу, то это было бы предательством априори, потому что работать на вражеское государство является предательством. Некоторые говорят, что они туда идут, чтобы прокормить свои семьи, что они действительно, вот он конкретно, этот, вот именно этот человек с конкретной имени, с конкретным именем, с конкретной фамилией, с конкретным адресом, вот он, именно он, не другие, а он защищает людские права, он не нарушает закон, и он никогда никого не трогал. Ведь так они говорят. Так почему же ты, будучи представителем правоохранительных, опять-таки в кавычки, структур,
не арестуешь тех, кто нарушает закон. Почему ты не возьмешь и не арестуешь этого человека, зная его, зная, когда на твоих глазах это происходит? Не только, кстати, в Чечне, и в той же в Ингушетии, в Дагестане и в других регионах. В Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии. Почему ты этого не делаешь? Да потому что ты туда пошел только ради денег. Ты пошел туда ради своего собственного комфорта, комфорта своей семьи. И твоей задачей обеспечивать комфорт власть имущих. Вот почему. Все остальное — это фальшь. Это пустые слова, пустые отговорки. Ты обманываешь людей, и, возможно, где-то ты даже пытаешься обмануть себя самого. Ты преступник, ты предатель. Шо худа дох алиш и кантавиг наш ижим и притчу дала, елхейчу дала, кидат отскент. Цунц коус далгаяш душо. Украин, хаца яхкел. Украине, го, гонягденник, за 3 дня Киев возьмем бехана, инце уросмартани чудагана, уросмартани стоам бештошу, дол халпцы. Украине, дадал, бешелца тюан. Украине, он бы он халца тюан, уросмартани дахан шо, герц дуч бол, нехан дюхал туан бы. Царь я герц бодати, Украине, ам хай мерсю, эц акоп чуте ан, отчул хал хажется яш, аш моя еще тик да яхч. Ва леш ду тро, ва дой ш ду тро бош, дел га дёш, от видео ш дян, буш юк, ва вит ма вит со, бош ма хюк ш цахум, да ма ху, вожим, да и вите витен, да вич вас вожим до ца, ки чу, мех ти хаж вахан, инц ха вох ш ял, и да вахан куеш, ва хай дел дян, да ма ху, ма вит со бош, ва лх ш аш. Асам шави гуса баас иш, да лахаш дук бук иш тиши. Так, цигя и мэйрал то аца туян, цик дадах азбюч пеш именно Рамзан Дюзал бу, Рамзан Гергал нах бу, цун гунда пеша бу. Обычный наш мас цебюца, ладно. Цигя мэйр нах бу цан юкас, бац цабас, да им бэхна кадыру чун юк абу мэйр нах. Бац Рамзан, Рамзан гунда, Рамзан ша бац, Рамзан тие бэша юч, пхагал юк. Тие бершаю уч пхагалю, цун мехтал шин халгар, нах чурху якш, ши дюзалан халгар, нах чурху якш, ашу сотнями, тысячами цигяк энти бая боюч. Цик даба бершал цатюа нахан, ура смартани бахна каусин жделаш а. Герз дуч бол нахан бяхал, мыштышин, ох, один на один, эр дол буш. Шо бер шеет бош, Рамзан кадыра вуктан, ами аш не аш аш. Дел да ал цан хейн, турбан чук лечан, шин тем лойт ема кача, ос турбан чур юх, ай раца валуш, от чуа виса висен, и турб ека ихен, хада ен, ишт хал вяхтан упай. Хавал дел да ал, бер шал яйце, он хал яйце, Хоттие бер шайлах, ус Украине, да, ой, передовой, да, ой, цигя, айе. Хай чу хаца аш, золотой диван штя. Цик дауэ, цик ахби ит ом. Оц миск шнаэл дюхал цабеш. Хун дюхал туу герз дэц ос нэхага. Герз дал харим шу цик ца ачу ур язир. Эц кием ниш хак дэх гитин, телефон ш дак ихтин. Уарц дихан, оц гаск ш кочу артиллери, бина мёнч, гранта мёнч, бомбардировк ш, ракет ш чу яхти тарерош. Шеш от чуца дьолш, церга, герз далари. Уж миск буй хуш. Цен шун дьолу е ца конкретно е эту боти хуш, инц дыхан, хок секунда. Ишт дыхан душу цик. Украинем ца дьолшо, за 3 дня в Киев возьми у бош. Дых как амялш дьяш, кисю лич маяро. Мечаю ха бершал, мечаю ха тыгал. Дел воз вариац, вы га, я бершал, я тагал, я ца аху. Вот тие бершай учо, бхагал. А с хуги эр дэцер, нэксэнэ, хоззудр шах, бэйша люе чва цари. А с масса бол кадыровчан, ца башу, тие берша бац.
Астия бьерша бац-бах, мискна хизбеш-беши, и мискна шен хизбеш, гушляша цен тицакулчани. Ишт кда бог, эмнешена галри бала, сюлиш бала, кда беша бас, но и кадзоев мамусик вючхайна, от улля лехтенел, и гаишник шибош, от тие беша и от шо пхагал и шери, галри макар. Вот ищу нахьюц нахьюш. Ищу хо Кадыров. И нах битабити, и миск нах махизби, отбитыш. Шит омлайн, Масит Эзершка, несколько сотен тысяч нах мобилна нохшичуа, отбитыш. Ради своего комфорта нах махизби. Хоть хаджиммал, жиммал хахекал далхари, хайбеш юк изур да цара, от сьолны бьюх и движения нюк. Хайбеш дутер мадац нах, тахан хайк энти, Хунадник, ахмат сила бошри, цек ца уэс дочи, ца пейт боч, камяш дают, а эц Украине показушныш, ца тикток шох, и та, кэн цек жоп тюх, бо бех кахер бо. Хунел, че ты их втянул в это. Он хат маха, кэн хай власть оч, хо ютеруй. Инах адбит, маха избе, аддит и кам, иште Хейзи нире, иште шуарт нах бай нире, от скова нюкар. Адбити нах, дахиец и миск нах. Жиммала хуйц яхьяла, жиммала, ца жиммал хуйга бёршал яла. Юмяхчу ватсу юга. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.